Всем большой привет, всем доброе утро. Как вы поняли, начала я сегодня свой влог с уборки. Сначала я убиралась рано утром в нашей с мужем комнате, а сейчас, когда уже все разошлись по своим делам, в школы, на работу, я продолжила уборку, ну такая легкая уборка, у меня в принципе дома чисто. Сначала я пропылесосила, и чуть позже я запущу уже робот-пылесос в режиме влажная уборка. Потому что полы я вчера мыла, они в принципе нормальные, но вот еще робота-пылесоса запущу, и все будет хорошо. Будет влажненькая уборка такая, чистые полы. А сейчас хочу вам показать, как вы уже, может быть, заметили, небольшая перестановка в дочкиной комнате. Вот, проходите, пожалуйста, в гости. Поменяли мы положение кровати. Она стояла вот так, посередине. А теперь мы решили поставить в угол. И комната сразу стала огромная, просто огромная комната по сравнению, естественно, с тем, что было, я имею в виду. Вот, комната большая, большое пространство. Ну, для новых своих подписчиков сейчас покажу, как выглядит комната дочери. А вот вход, там собачка наша. Такой шкаф-купе у нее большой, очень хороший. Тут маленький шкафчик мы поставили, он стоял по другой стене. Здесь у нее такая полочка, просто там всякие у нее финтифлюшки, как я называю, с Гарри Поттера. Тут какие-то флажки она повесила, ну, в общем. Кровать, это, господи, Аскона кровать. Правильно я говорю, да? Да, Аскона. Хорошая кровать с ортопедическим хорошим матрасом, все как надо. Вот эти наши новые шторы, видите, как здесь хорошо вписались. И почему-то на камере свет мелькает. И, значит, тумбочка. И здесь у нее письменный стол, за которым она сидит. Здесь у нее, так немножечко покажу, различные тут всякие для маникюра, крема какие-то. Здесь у нее целый чемодан косметики, учебники. В такой вазочке она хранит ручки, ну, зеркальце, конечно же, для девочки. Парфюм, вот я дарила ей этот парфюм в Рив Гоше, обалденный. Слушайте, он такой вкусный, пахнет грушей. Такой карамелизированный, ну, как вот мне кажется лично, может, я ошибаюсь, конечно. И обалденный, я бы даже себе такой взяла аромат классный. Вот если у вас тоже дочки там подросткового возраста, или даже и себе вы хотите такой не сильно прямо дорогой аромат, вот это классный, классный аромат. Здесь у нее украшения там различные хранятся, ну, в общем, вот всякие вещи. Здесь у нас и облифарчик живет все еще до сих пор. Тоже кто давно со мной знает. Его там даже не видно. А вон, лапочку показывает, зашевелился. Облифарчик наш. Угу. Ну, в общем, вот такое вот все. Здесь у нее телевизор, еще одно зеркало. Ну, в общем, такая вот комнатка, мне очень нравится комнатка. Сейчас свет выключу, чтобы не мелькал. Почему-то на камере он прям мелькает. Люстрочка такая женственная для девочки. Хотим сюда какое-то еще либо кресло, либо пуфик, ну что-то вот такое вот. А, вот, вид из окна на торговый центр. Вот он прямо, видите, рядом торговый центр. Все уже такое зелененькое становится. Вот. Так, мои хорошие, сейчас немножко еще с вами поболтаю. Почему немножко? Потому что дел много. Сегодня мне на работу в вечер. Надо сейчас и покушать успеть, тоже заготовить еще. Ну, в общем, короче, дел много. Хочу рассказать вам про свой первый опыт лазерной эпиляции. Съездила я на лазер. Очень я давно хотела, но не решалась, потому что некоторые мне говорили, что это достаточно больно и что даже прямо в некоторых местах аж в жар бросает от боли. Вот такие вот мне говорили вещи. И меня это очень пугало, очень отталкивало. Я такой человек, я уже
Ну вот в своем возрасте я не хочу просто так терпеть боль. Если есть альтернатива что-то сделать без боли, например, даже удалить волосы, да, там бритвенным станком, грубо говоря, и не хотелось мне каких-то неприятностей, скажем так, для себя. И я откладывала, и тут опять как-то я стала интересоваться. Все-таки, думаю, нет, надоело постоянно вот это бриться, да, бритвенный станок использовать. А я, так как работаю в сфере фитнеса, у меня же постоянно вот эта зона подмышки, ну, как бы надо за этим, за всем следить. Плюс я хожу в бассейн, зона бикини тоже всегда вот это, вот, знаете, доставляет неудобства. Это, ну, как бы за этим надо очень тщательно следить, чтобы выглядеть нормально. Тем более у меня купальник еще с такой завышенной линией бикини. Ну, в общем, короче, не буду вдаваться в подробности, я думаю, вы меня поняли. Приходилось очень много времени уделять тем, чтобы себя поддерживать в порядке. В общем, сходила я на лазер. Как-то так просто случайно у меня получилось. Знаете, я смотрела в Инстаграм, как обычно, ленту Инстаграм, и там мне попалось, что это лазерная эпиляция. Просто зашла на секунду и вышла. И вдруг на следующий день мне звонят. Здравствуйте, вы интересовались лазерной эпиляцией. Хотим пригласить вас к нам в салон и предоставим вам большую скидку. Если вам это интересно, это робот со мной говорил, нажмите 1. А я такая думаю, боже, что за ерунда опять? Ну ладно, просто ради интереса нажала 1. И тут же мне на WhatsApp скидывают адрес, спрашивают, какие зоны вы бы хотели сделать, ля-ля-ля тополя, там были ли вы на лазере или не были. Ну, в общем, и предлагают метро, которое очень-очень далеко от меня. Я думаю, ну, вряд ли я туда поеду, конечно, какая-то левая, непонятно, левый какой-то салон красоты, еще и далеко от меня, у меня вот здесь рядом с домом, ну, полно этой лазерной эпиляции, в каждом доме, в каждом подъезде, грубо говоря. Ну, в общем, ну, я думаю, ладно, не знаю почему, обычно я вообще никогда вот так вот не ведусь, здесь я думаю, ну, ладно, запишусь. А может быть и съезжу. Наверное, меня честно привлекла скидка, скорее всего. Я не уверена, но скорее всего мне привлекла то, что совпало. Я и хотела пойти, и плюс скидка, и вот так как-то оно все наложилось, скажем так, в нужное время, в нужном месте оказалось, знаете. И в общем я записалась. Записалась, а потом вспомнила, что в этот день я не смогу прийти, я работаю. Меня попросили подменить там одного инструктора. И я, значит, им пишу, нет, вы знаете, я вспомнила, не могу я в этот день, давайте в другой. В общем, меня перезаписали на другой. Я думаю, ой, ну, наверное, я не поеду, ладно. Но я решила, что раз уж как бы пошла такая пьянка, я точно сделаю эпиляцию, но уже рядом с собой, с домом. То есть я уже все, загорелась. И потом так получилось, что я мужу говорю, ладно, все-таки я съезжу на эпиляцию, хоть и далеко, но так вот, ну ладно, я съезжу. Потому что записалась я как раз на майские праздники, когда было 4 дня выходных. Я думаю, мы уже устанем друг от друга, тут все члены семьи, и прокачусь я как раз таки. Ну и что, другой конец города, потратишь полдня, ну, в общем, отдохну. А тут мне муж говорит, я тебя еще и отвезу. Думаю, ну вообще шикарно, еще и на машине доеду, с любимым мужем поболтаем туда-сюда, там совместим приятное с полезным. Там он меня подождет немножко и привезет обратно. В общем, короче, сделала я эту эпиляцию, делала я 3 зоны. Глубокая, ой, нет, тотальная бикини, ноги полностью, и голень, и бедро, и подмышки. Решила я вот 4 зоны как бы попробовать. Можно делать просто голень, можно голень и бедро, это как бы как 2 зоны считается. Ну что я могу вам сказать? Мне очень понравилось. Мне было, ну, в некоторых моментах так припекало, жгло. Но, вы знаете, очень даже было, ну, нормально. Сейчас немножко отвлеклась, смотрела, как назывался лазер. Там у себя в переписке. В общем, лазер мне делали на аппарате Titanium Soprano. Вот, мне кажется, это тоже важный момент. Я ни хрена в этом не понимаю, но, может быть, кто-то понимает и как бы знает. Лазер очень хороший, имел хороший охлаждающий эффект, то есть вас и как бы прижигает немножечко, печет так кожу,
и в то же время охлаждает, то есть все комфортно. Я не скажу, что это было больно, это было вполне себе терпимо. Если больно, надо говорить, мне больно, они уменьшают сразу мощность. Значит, подмышки мне оказалось больнее всего, вот почему-то. Смысл такой, что вот они водят этим аппаратом, ну просто вот туда-сюда, как вот сжигают вот эти луковички, да. И за счет того, что тут площадь маленькая, они, получается, вот здесь вот как прижгли, вниз опустили и опять возвращаются, опять. И за счет того, что площадь маленькая, еще не успевает, грубо говоря, кожа отдохнуть, уже опять делают. И из-за этого небольшой дискомфорт. Когда делали мне ноги, я вообще ничего не чувствовала. Она пока щиколотки опустит, доведет вот до голени сначала, потом опять туда, уже кожа остывает вся, и вообще просто мне даже было приятно, честно, такое было легкое какое-то тепло, как массаж. Вот, бикини тоже вполне себе нормально, в некоторых местах чуть-чуть припекало, но я говорила, припекает, она сразу хоп, мощность уменьшает. Короче, все вообще нормально, и если вы так же, как и я, боитесь или не знаете, или там смущаетесь, идите, даже не думайте, идите. В общем, мне обошлась процедура 4 зоны, всего лишь 2 240. Вы представляете, это вообще очень дешево. Я узнавала вот здесь, где рядом с нами, с нашим домом, 5000 стоит. И у них, если я к ним приду второй раз, будет стоить 4 700. Ну, то есть это просто они мне, грубо говоря, меня пытались заманить, да, такой ценой. Сделали огромную скидку, чтобы я пришла, попробовала. Сделали отлично. Наиприятнейшая мастер. Молоденькая девочка, просто, ну, мне такое ощущение было, как будто я лет 20 ее знаю, так вот комфортно. Я абсолютно не стеснялась, то, что тотальное бикини, ну, вы понимаете, там надо быть, ну, извините, без белья, да, все тебе это там обрабатывают. Я абсолютно не стеснялась, считаю, что здесь нет ничего такого. Потому что у меня вот подружка говорила, вот у меня все ходят, а я, ой, не пойду, как это там все это раскрыть там перед чужим человеком. Ой, я считаю, что это просто как бы абсолютно нормально. В общем, следующая процедура у меня теперь через месяц. Я обязательно буду продолжать делать это все, я не остановлюсь, мне очень понравилось, я жалею, что я раньше не попробовала, поэтому еще раз говорю, если вы не пробовали, попробуйте. Для тех, кто вообще ничего не знает про лазер, так же, как и я, там делаешь процедуру, потом примерно через месяц, потом через там 2 месяца, через 3, постоянно увеличиваешь срок, и где-то через 8-12 процедур достаточно делать 2 раза в год, просто как бы для профилактики. Там уже волосы практически не растут, там где-то один, второй волосинка там какая-то вылезет, и тут такая вся. Вот. И все. Представляете, грубо говоря, 8 раз ты сделал, и ты забыл вообще про эти волосы. Сейчас, как мне сказали, на 30% уменьшится волосистость, и они уже будут такие вяленькие, с проплешинками расти, в общем, не так активно, как раньше, и с каждым разом будет повышаться эффективность. В общем, через месяц я пойду, еще меньше станут расти, через 2 месяца я пойду еще, но я считаю, знаете, сейчас, ладно, раз в месяц выделить 5000, а потом, грубо говоря, раз в 2 месяца выделить 5000, потом раз в 3 месяца выделить 5000, ну, по тыщенке даже, если совсем сложное финансовое положение, грубо говоря, откладывать там, ну, я думаю, что можно, да, ну, как бы так вот, если мало ли у кого совсем. На эти бритвенные станки, на все это тоже деньги нужны, но, сами понимаете, это раздражение, это все растет, и фу-фу-фу, все это бесит. В общем, когда сделали эту процедуру, волосы у вас так и остаются, они продолжают расти. Еще такая фишка, что их выщипывать нельзя, нужно после процедуры только сбривать. И перед процедурой нельзя выщипывать. То есть, может быть, там усики какие-то себе выщипывали, то уже нельзя делать лазер. Обязательно корешок должен оставаться, корень волоса. То есть только после бритвы можно приходить. Вот. И сейчас они у меня будут продолжать расти, и где-то на 10-14 день они начнут выпадать. Я там встретила девушку еще перед процедурой, которая тоже сидела в очереди, она говорит, прям вообще так видно, они начинают просто отваливаться где-то вот через 2 недели.
Вот, и еще фишечка, то, что чем темнее волос, тем эффективнее лазер. А если вы блондинка и у вас светлый пушковый волос, то лазер вообще не поможет. Вот тоже фишка, о которой я не знала. Так что если у вас светленькие такие волосюшки, пушочек на ногах там или там, не знаю, на руках там где-то, там здесь может быть, да, усики какие-то. Ну бывает, вот я видела много раз такие прям конкретные усики, но они светлые у женщин. Вот, то лазер не поможет. В общем, чем жестче, темнее, конкретнее, тем эффективнее. Вот так. В общем, немного сумбурно я вам, конечно, все рассказала. Если останутся вопросы, пишите в комментариях. Поделилась своим мнением. И сейчас ставлю небольшой кусочек видео. О, курьер ко мне пришел. Мягкий. Вот. То есть, если жесткий волос у нас может выпадать, именно как-то... ну, прям заметно, то мягкий волос, обычно базовый, что можно замечать, это что он растет медленнее, вот, и из какой-то лукрычки, получается, уже будет расти, из какой-то уже не будет расти, uh-huh. То есть они, ну, выпадают незаметно так. Пошли домой, Тая. Так, курьер принес мне продукты, ничего сегодня особенного не заказывала, все такое прямо по стандарту, помидорки, зелень, огурчик, булочки детям, макарошки, картофель, майонез, вот такие вот вафельки голландские, их любят очень дети у меня, да и я люблю иногда, морковь, тушка курицы петелинка, сухари панировочные, иногда сама делаю, но булка у меня редко дома бывает, поэтому бывает покупаю чаще всего. Зеленый горошек, колбаска вязанка, маринованные огурцы и яйца. Это будет оливье. С этого подумаю, наверное, ее расчленю и что-нибудь приготовлю, разные блюда из одной тушки. Так что вот, все, буду сейчас готовить. Ну вот оно мое творение, сейчас буду кушать, всем приятного аппетита. Кстати, делаю всегда с маринованным огурчиком, со свежим, детки у меня не очень любят, поэтому только с маринованным. Маринованный огурец и колбасу использую вязанка, потому что другие колбасы мои дети не едят почему-то. А у нас уже следующий день, и сейчас я решила разобраться со своей стиральной машиной, привести ее в порядок. Вытащила вот этот контейнер для порошка, его запрыскала всяким разным средством кислотным. И сейчас он у меня будет отмокать, и затем уже верну его. Кстати, обратите внимание, что вот крышечка тоже снимается, потому что некоторые вот с этой штукой оставляют и замачивают. Она легко снимается. А я сегодня буду опять дома делать себе педикюр и заряжаю свою электропилку. Хотела еще показать. Сын говорит: мам, давай вот на этот наш подносик поставим эту баночку. Здесь я храню соль. Покупала я еще в предыдущей квартире ее на Валберис. И смотрю, он поставил. Думаю, надо же, вот ребенку тоже вот интересно. И хочется, чтобы было все дома красиво. Сегодня я готовила печеночные оладьи. Кто давно их не готовил и кто, в принципе, нормально относится к печени, советую приготовить. Мои хорошие, сейчас делала заказ в самокате и увидела там вот такую вот интересную штучку. Это лосьон для тела с эффектом загара. У меня как-то давно уже такой был, по-моему, то ли Дав тоже, то ли Гарньер, не знаю, что-то такое было.
И я пользовалась, мне нравилось. И вот сейчас мне попалось на глаза в самокате с хорошей скидкой. Он, ну, написано 35%. Заглянула на Wildberries. Да, на Wildberries тоже хорошие там цены, но все равно дешевле. Здесь 275 рублей в самокате. И я решила попробовать. Буду пользоваться. Ну, примерно уже представляю, что это такое, потому что, говорю же, до этого уже был опыт. Запах очень приятный, я уже понюхала. Вообще, вот у таких средств есть такая особенность, что сначала запах приятный, а потом так, ну, подванивать начинает, по-другому не скажешь. Такой вот именно своеобразный запах от автозагара. Ну, чем-то таким, не то чтобы противным, но такой вот специфический запах. Здесь по отзывам в Wildberries, я уже посмотрела отзывы про это средство, все очень хорошие, пишут, что запах кайфовый. С первого раза эффект совсем легкий, а потом, чем больше пользуешься, тем более загорелой кажется кожа. Ну, в общем, буду пользоваться и вам, конечно же, оставлю отзыв. Это вам как идея, потому что все хотят быть загорелыми, все хотят быть красивыми, но вы знаете, как вредно солнце. А вот как я тоже обгорела в Таиланде, да, это было ужасно. Мне кто-то в комментариях написал на Яндекс.Дзен: ой, типа, чокнутая там, ты что, не знаешь про меланому? Да знаю я, знаю. Но извините, если как бы солнце просто палит, тут уж от него никуда не скрыться. Поэтому стараюсь, конечно, я не загорать. И здесь загорать не планирую, пока мы... Да какое тут лето? Я не знаю, снег вон идет в мае. Ну, какое тут лето? Так что, короче, девчонки, у кого снег в мае идет так же, как и в Питере, а это, я так полагаю, у многих, автозагар покупаем. Угу. Ну, а мы приехали уже в магазин Trial Sport, чтобы посмотреть Глебу новый велосипед. Из прошлого он уже вырос, надо его будет тоже продавать, скорее всего, на Авито. И как раз у Глеба день рождения 24 мая, поэтому мы решили подарить ему велосипед. Сейчас немножечко покажу обзор магазина, потому что вы меня бывает спрашиваете, где покупаем все сноубордическое. Вот в этом магазине в основном тоже и покупаем, и одежду сноубордическую, и всякое такое. Приехали мы уже во второй магазин Trial Sport, потому что там нам не понравился ассортимент, и какие-то продавцы такие вообще не заинтересованные. Этот мне нравится больше. Он недалеко от прошлого магазина. Но посмотрите, здесь и выбор лучше, и как-то посимпатичнее, и продавцы такие хорошие попались. Так, посмотрите, цены на доски ужасающие. Очень дорого все стоит. Вообще вот это все лыжное, сноубордическое стоит, ну, дорого, и костюмы, и все. Конечно же, многие покупают на Авито. Мы детям тоже на Авито берем. Да вообще максимально нужно. Пока пробуйте. Угу. Да. Уже поднимите. Как правильно залезать на них, знаешь? Да. Скажи. Молодец. Ну все. Осторожно. Это 90, что ты накроешь себя великом. Это все серьезно. И смотри, когда слезаешь, слезай, старайся на левую сторону. Почему? Вот смотри, вот я сижу. Почему на левую сторону слезать? Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал. Всех люблю, целую. Безумно рада вашим комментариям. Пока-пока.